Всем привет! Меня зовут Максим Осмолов. Этот фильм посвящен описанию разбега Сергея Бубки. Для того, чтобы детально рассмотреть прыжок, мы делим его на узловые позы. Это конкретное положение тела в движении. Мы рассматриваем именно конкретную позу, правильность ее выполнения. Иначе очень сложно рассматривать и оценивать правильность выполнения прыжка в движении. Детализация должна присутствовать во всех сложно-технических видах. Сергей Бубка использовал разбег 20 беговых шагов. Это было обусловлено длиной дорожки разбега в манежах и на стадионах. Длина разбега у Сергея Бубки была в районе 46 метров. В разбеге очень важна начальная поза. В начале разбега Сергей Бубка стоит компактно, чтобы все тело было на опоре. Ноги ставятся недалеко друг от друга, не более 30 сантиметров. Стопы стоят параллельно, шест держится вертикально, ширина хвата 50-60 см. Шест Сергей держит свободно. Разбег Бубка начинает спокойно, не применяя больших усилий. Максимальная скорость достигается к середине разбега. Во второй половине разбега Сергей набирает мощь и частоту шагов, что позволяет сохранить скорость в конце разбега при опускании шеста. Набегание происходит на шести последних шагах, руки и ноги взаимосвязаны. Опускание шеста начинается после 10-го шага, что позволяет вовремя опустить шест перед переводом, сохранить скорость и комфортно сделать перевод. То есть шест на последних шагах свободно падает, а не удерживается при помощи силы рук. В описании данного видео вы найдете ссылку на наш сайт, где детально описывается техника прыжка Сергея Бубки.